Посмотри, как выглядит она, как чушпанка, и как выгляжу я. Я выгляжу сильной. Ну, неудивительно, что мне насыпали. Куда ей, за что? Всем приветики, рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами поиграем в великий куртье. Вот как-то так называется эта игра. Короче, я стану модельером. Буду, в общем, устраивать свой показ мод, да. Репетируем, да, на случай, если я когда-нибудь стану дизайнером. Так что надеюсь, что это будет прикольная и классная игра. Ну а если нет, то хотя бы упоротая, чтобы мы смогли с нее поугарать. Так что давайте начинать. Мы дали на нее ключик. Очень интересно посмотреть, что это такое. Мы можем выбрать швабру. Какую мы хотим? Ну, слушайте, рыжуля, симпапуля, блондинка, как блядинка, соответственно, и какая-то такая мулаточка, загорелая под шоколадочка. Ну, давайте возьмем рыжульку. А, это что, пойти на конкурс? А, у нас всего лишь 6 денег, да? И мы должны из этого сделать что-то ультрамодное. Ну, хорошо, давайте возьмем юбку. Юбку с шаблон. О, смотрите, ну, как бы что-то... Ну, мы должны сделать какой-то лук. Давайте лук, лук. Я предлагаю вот купить вот это. И предлагаю купить вот это. Ну, мы сделаем типа такой костюмчик, да? Сумочку нам надо. Ну, сумочка пусть будет красная. Красная, все. Мы готовы пойти на конкурс. Пойдемте на конкурс. О май гад. Я ставлю, конечно... О, мне ставят лайк. 2 лайка. 3 лайка. 4 лайка. 5 лайков. Ну, я мало. Я победила. Я победила. А она, смотри, она сделала одинаковые. Она за мной повторила, мразота такая. Ах ты, овца, сосать пипю, писю тебе. 10 конкурсов мне надо сделать, да? То есть мы должны с вами периодически раздеваться и одеваться, да? Значит, смотри, у нас есть теперь туфли. Туфли, сумочка, бублик. Я предлагаю взять клетчатые штаны. Или давайте, давайте вот такие клетчатые штаны. Футболку. Футболка у нас будет такая, типа, красная. Почему красная опять? Давайте она лучше будет зеленая. Нет, давайте лучше белая. Белая, нет, черная была хорошо. Такой какой-то пижамный лук. Обувь предлагаю красную под цвет. Все, и новую сумочку. А, у меня нет денег. Так, ну все, пошли на конкурс. Тогда идем с чем, что имеем. Слушай, а почему она одинаковая? Она сделала то же самое, что и я. Она за мной повторяет. Она за мной повторяет. Это повторюшка. Я победила сосать писю, поняла? Она за мной повторяет, ты понимаешь? О, волосня. Так, ну я хочу новый цвет волос. Давайте розовенький цвет волос. Я хочу еще... Хочу еще купить вот такой вот топик. Сделать ему какой-нибудь такой интересный раскрас. Давайте вот такой вот. Мне не хватает на него денег. Серьезно? Блин, ну тогда получается только так. Может, давайте... Ну, мне ничего... Ладно, пошли на конкурс. Я выиграю или нет? А я тут всегда, в принципе, да, выигрываю в эту игру. Короче, игра, видимо, у нас на один разочек с вами. Но в этом что я 3 раза победила. Сосать, поняла? Сосать писю. Так, у меня 6 уже. Есть, есть что? Есть вот такая вот красивая юбчонка. Блин, а магазин по-разному меняется? За деньги он типа, прикинь. Так, а можно я куплю себе такой? И я хочу себе вот такую вот юбку. Вот, мне кажется, вот так вот очень даже красиво. И белую обувь. Я считаю, круто. А сумочки мы сделаем такой цвет. Вот такой. Я считаю, выглядим секси. Ну, такие типа Да вы что? Да вы что? Да она вообще, она ни о чем. Ты посмотри на мой классный лук. И кто-то поставил один лайк. Сосать, сосать, пошла отсюда. Вон шабла. Угу. Дальше работаем. Значит, у нас есть штаны. Странные. Короче, я тут покупаю вещи периодически, да? Блин, давайте купим вот эти штанишки. Сделаем R&B. Мне хватает или не хватает? Слушайте, мне кажется, мне не хватает денег. Балетки, сумочка. Блин, ну это трындец, оно все дорогое здесь. Давайте... блин, ну слишком дорого.
Мне не хватает денег. Я хочу делать разные луки. Давайте сделаем такой костюм. Типа леди... Леди. Так, сумочка. Сумочка будет черная. Ну, это все, что я могу. Пошлите на конкурс. Ой, ну она вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Это что за лук такой? Это что за лук? Моя хорошая, это ни о чем лук. Это лук-фук называется. Фука-лука. Вообще непонятно, что-то выродилось-то так. Так, смотрим. О, брюки-клеш. Слушайте, брюки-клеш это секс. Но они стоят прям 6. Я хочу брюки-клеш. Хочу вот такие брюки-клеш. Мы их еще приоденем вот с такой вот белой футболкой. Купим себе новые. Такие вот черные, красивые. Вот, я думаю, вот так вот мы с вами пойдем. На этот подиум. Пойдемте. На 6-й конкурс. Ну, я считаю, у меня секси. Я считаю, я справляюсь объективно лучше вот этой шлендры. Мне понятно. Как бы ей до меня, как до Китая. Я, видишь, я победила в 6 раз. Ни разу не проиграла. Так, юбка. Слушайте, я поняла, что мне не хватает каких-то топов. О, вот этот симпатичный, но он стоит 6. Надо по дешевке брать. Вот юбка неплохая, но нам нужен топ. Давайте выкупим себе топик. О, я хочу сделать женщину-змею. Да. Я считаю, это секси. Она повторила за мной. Повторюшка. Повторюшка в рот берушка. Зато я, смотри, женщина. Женщина-змей. Змей-искусник. Кто посмел ей лайк поставить? Но она не заслужила. У нее вон жопа просвечивает. Моя жопа лучше. О, какое красивое. Ну, это бальная, ебальная. Нам надо, может быть, прическу какую-нибудь новую. Да хрен бы с прической. Давайте купим шорты. Шорты за 2. Да? Давайте купим шортики. Мы сделаем их какие-нибудь такие. Джинсовые шортики у нас будут. И возьмем какую-нибудь футболочку. Типа такие, на спорте. Правда, у нас что-то с обувью пошло не по плану. Так, надеть. Теперь обувь. Обувь пусть будет у нас, ну, белая пусть будет. И сумочку надо. Сумочка будет синяя. Все, пошлите на конкурс. Мы почти выиграли. Слушай, она реально за мной повторяет. А куда вы ей лайк поставили? Ну-ка мне быстро ставьте лайки. Она не заслужила. У нее какой-то вообще... У нее не сочетается цвет. Кто вообще делает сумку под обувь? Это уже так не модно. И это уже так не модно. Нам надо купить, может, новую прическу. Плюс себе новую прическу. И осталось 3 у меня. Давайте вот что-то типа из такого варианта. Может быть, розовенькую? Давайте вот такую розовенькую. Мне кажется, неплохо. А сумочка может быть такой вот персиковой. Я считаю, неплохо. Это последний 10-й конкурс на сегодня. Ну, мой лук явно нравится больше, чем ее зеленый. Ну, что она себя... Как будто... Куда? Как будто она из болота вылезла. Все, я победила. Сосать. Естественно, я победила. И что теперь? Последний конкурс у нас, да? Слушайте, ну, надо что-то предпринять. Есть вот такая вот юбочка... Слушайте, я хочу вот эту юбочку купить. Я бы сделала бы какое-нибудь типа платье красивое. Можно типа как твид сделать. А давайте сделаем твидовое платье. Так, покупаем. Теперь нам нужна какая-нибудь такая футболочка. Вот такая вот. Ну, я считаю, неплохо. Батюшки мои. И вы ей поставили... Что? Да мой лук явно лучше, вы чё? Вот. Я победила. Ну куда у нее вообще отвратительно все? И что теперь? А, все? Я теперь стилист. Так, мне теперь интересно, что будет дальше. Давайте посмотрим. Ну давайте теперь блиндюнку. Блиндюнку выбираем, блиндюночку. Так, ну то есть получается в этой игре мы только выбираем себе луки. Окей, у меня есть 6. Смотри, мне в принципе нравится вот этот вариант. И мне нравятся вот эти вот штанишки. Я бы их сделала вот такими вот. Я считаю, неплохо таким. Ну, мы явно лучше, чем вот эта вот сосалка. Куда вы ей лайк поставили? Мне надо лайки ставить. У меня лучший костюм. Вообще-то модная женщина. Настолько, насколько это возможно. Я победила. Ну, ты посмотри, у меня даже попка лучше. Гардероб.
Значит, смотри, есть. А, ну это у меня есть. Я хочу платье взять, красивый такой разрез. Я куплю. А вот эту мы тоже сделаем красную, вот такую вот, смотри. Ну, по мне это будет бомба. Смотри, как я от бедра иду, не то что вот это вот шо было, ну что, что-то, ну говно у тебя какое-то, у меня, смотри, у меня стиль, у тебя говно, у меня стиль, красное, куда вы, говно насыпали, вы чё? Какое говно? Вы чё? Вы в своем уме? Алло! Ребята! Вы серьезно? Да вы безвкусные! Сейчас я сделаю женщину леопердульку. Так, ну я должна так выиграть. Я? Так, и давайте возьмем волосы белые. Все, я женщина леопер... А почему я их не одела? Какого хера она побеждает меня? Какого хрена ее говнолук побеждает мой лук? У меня лучший лук. Что поменялось? Твою мать. Мне кажется, вот так прекрасно все выглядит. Так, цвет юб вот этой вот штуки. Так. И все. Ну, давайте посмотрим, выиграю я или нет. Блин, да у нее какая-то обувь вообще классная. Да почему вы ей лайки сыпьте? Мне давайте лайки. Она вообще не заслужила. У нее вообще, что это она делала в то, что было? Я хотя бы постаралась. Посмотри-то, посмотри. Кобзец, ребята. Вообще, если честно, мне эта юбка не особо нравится. Но не то, чтобы у меня был выбор. Я сделаю женщину-сирену офисную. Будет офисная сирена. Так, а что у нас? Могу себе купить балетки. Хочу ли я себе балетки или нет? Ну ладно, давайте купим себе балетки. Такая херовая, конечно, офисная сирена. Но какая есть, как бы, да? Вот. Они заценили, кто здесь мамочка. Куда? Ну, ко мне. Она не заслужила, у нее тапки, смотри, какие убогие. Не-не-не, так не пойдет. Так не пойдет. Что за сердечко? Такая сумка прикольная, кстати, мне нравится. Надо вот эту сумку продать. О, вот это вот была бы офисная сирена. Но нам нужен какой-нибудь топ. Блин, вот это топ, конечно, имба. Блин, вот эта юбка мне не принесла ничего хорошего, поэтому я ее продам. Так, покупаем вот это. Покупаем вот это. И я бы хотела купить юбку. Балетки нахер продадим, может быть, или вот эту продать. Кажется, нам нужна вот эта красивая юбчонка. Ладно, давайте попробуем вот так. Мы просто здесь сделаем такую, типа, женщина вот так будет выглядеть. Сердечко у нас будет красное. Балетки будут красные. Все, я считаю, удалось. Вот так мы и пойдем с вами на наше мероприятие. Ну, посмотри, как выглядит она, как чушпанка. И как выгляжу я. Я выгляжу сильной. Ну, неудивительно, что мне насыпали. Куда ей за что? Не за что ей сыпать. Не за что. Так, это что такое? Фу. Леггинсы, леггинсы. Обувь какая-то. Слушай, ну это вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, считаю, что в целом в этом что-то есть. Пошлите на конкурс. Купила она этот балахон. Да говно у нее. Говно у нее. У меня лучше, у меня лучше. Я считаю, они меня дискредитируют. Хочу такую юбку купить. Юбка топ. Так. Давайте посмотрим. Это говно какое-то. Вот эта сумка хорош. Давайте вот эту продадим сумку. Вот так. Сердечко я оставлю. У меня три. Вот. Считаю, это стиль. Считаю, это стилек. Я выгляжу секси. Да куда она как бабка выглядит? Куда она выглядит как бабка? Да она как бабка выглядит. Кобздец. Вы реально сейчас? Вы сейчас реально? Тёлка выглядит как бабка. Короче, я считаю, надо работать по такой схеме. Продавать все вещи и закупать новые. А, я теперь буду в трусах, да? Ну,
как бы, ладно. Что, женщина в трусах? Это тоже стильно. Зато, у меня есть все остальное, смотри. Женщина в трусиках. Ага, обратили внимание, что моя женщина в трусиках? Ну, понятно все. Ладно, мы проиграли с вами. Вот такая вот игра, ребят, что сказать. Ну, в целом, что-то в этом есть, но не знаю, что сказать. Все, давайте последний раз завершаем. Да ну куда? Ее лук вообще никуда не годится. Мой лук хотя бы стильный, молодежный. Все понятно. Меня снова засудили в этих играх. Ну, либо я не разбираюсь и не шарю. В общем, ребят, такая вот игра. О, нас понизили, прикинь. Муговники. Ладно, ребяточки. Пишите, как вам игра. Подписывайтесь на каналчик. Скоро с вами увидимся. Всем пока.